Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета на воду. Ми-8 зависал над заданной точкой в районе Охотского. Перед десантированием был проведен тщательный инструктаж, проверена исправность оборудования. Ключевой момент учений – отработка подъема пострадавшего с воды на борт вертолета. Спасатель, экипированный гидрокостюмом и системой страховки, спускается на воду с помощью лебедки. Затем бортмеханик должен точно подвести его к пострадавшему, что в условиях островной погоды порой очень непросто. В тренировке принимали участие 7 спасателей.